сегодня у нас 3 дня выходной. В общем, я получила зарплату и сейчас пойду в парикмахерскую. Конечно, знаете, у меня это парикмахерская, как у Эпирея. Никогда не знаешь, что из этого выйдет. Я хочу рассказать вам, что в Испании безобразные парикмахерские. Вообще ничего делать не умею, ничего объяснить невозможно. Даже вот так просто объяснить, что сделать моделирование всего на половину головы, ну, то есть сверху, чтобы был эффект, ну как бы выцветание волос, эффект такой. Я это делаю, чтобы закрыть седину. Мне не хочется волосы все полить. Вы представляете, это даже невозможно объяснить. Они не понимают, что я хочу от них. Постоянно надо предупреждать, что у меня тонкие волосы, чтобы они были осторожны. В общем, я говорю как лотерея вечно. Один раз хорошо получится, другой раз нет. В общем, сейчас мне в одной парикмахерской так настроение испортили вообще невероятно. Я с такой радостью шла, что ну, с таким удовольствием, что могу с собой позаниматься, как-то себе время уделить. Мне тут так нагадили. В общем, у нас рядом на Фанался и открылась парикмахерская. Ну, не открылась, она там так и есть. И была. В общем, там работает русская наша девушка. Парикмахерская маленькая. Ничего себя не представляет. То есть там на люкс вообще никак не тянет. Я зашла, ну, в надежде, что она русская, что я смогу нормально объяснить, что я хочу. Поздоровалась нормально, зашла. Стала говорить по-русски. Она изъявила просто вот, ну, такое желание просто говорить со мной по-русски. Я с ней по-русски поздоровалась, она мне по-испански ответила. Потом я говорю, сколько у вас будет стоить моделирование и подстричься. Хотя она прекрасно знает, сколько стоит. Она перевела это своей хозяйке. Но она не перевела ей, что я живу здесь, в Испании. Что я не туристка. А та, видимо, обрадовалась и думает, сейчас я тут туристки с русской сдеру. И выставляет мне цену 65 евро. Это без укладки. У меня челюсть отвисла. Таких обыкновенных парикмахерских, когда милирование 22 евро стоит и стрижка 12 евро. Ну, чуть посушить там 5 евро, ну, максимум там 40 евро выходит. И она такая, мне 65 евро. Ну, конечно, я так ошалела, развернулась и ушла. Оскорбилась просто я, что со своих же еще так дерут, а. Явно же есть что в надежде, что я русская туристка, меня решили содрать. И слышу сзади, как это по-испански говорит. Вот, говорит, не спасибо, типа, не до свидания. Говорит, ой, не спасибо, не до свидания. А за что спасибо-то? За то, что меня обобрать хотели? За это, что ж, спасибо? И все. Ну ладно, ну что теперь сделаешь? Все нервные, все агрессивные, конец сезона, все устали. Поэтому... Ну, вот сейчас я иду в свою парикмахерскую, которая мне за 40 евро все сделает. Ну, просто та парикмахерская находится у нас около дома, а здесь до центра далеко идти. И еще, может, сейчас мест не будет, придется записываться. Ну, в общем, я думаю, что она прекрасно, во-первых, знает, что я здесь живу, могла бы и замолвить за меня словечко. И нормальную цену выставить. Но она промолчала. Меня это оскорбило. Она не сказала своей хозяйке, что эта девушка живет здесь. Что не надо пытаться заламывать цены. Вот сейчас я посмотрю, сколько тут стоит. Вот это моя парикмахерская.
где я раньше делала. Что-то я ничего не понимаю, сколько чувствую. Пойду спрошу тоже сейчас. Смотрите, на какую я похожа Бабу-Ягу. Ужас какой. Настоящая новогодняя елка. Ну вот, в общем, это парикмахер, что я уже хожу 4 года. И правда, здесь хозяева меняются. Вот. Не хозяева, вернее, персонал все время меняется. Но мне нравится. В общем, с меня возьму 40 евро, как я и говорила. Такая красивая парикмахерская. Вот, теперь не знаю, что, чем дальше заниматься. Магазин, что ли, сходить? По магазинам, что ли, походить? Ладно. Смотрите, как. Мне нравится. Я хочу показать, что 40 евро будет. 40 евро. Не обманываю. Я сейчас нахожусь на вокзале. Так, ностальгия. Просто в будней жизни, как я раньше могла сесть, поехать в Дюрет, ой, в чем, в Гланес или там в Жерон. Сейчас надо ждать, пока.